Проект «Открытый город» переходит и в офлайн. Встречи чебоксарских властей с горожанами лицом к лицу будут продолжаться, но с недавнего времени выразить свое мнение чебоксарцы смогут и через специальное мобильное приложение. Play Market и App Store. В обоих магазинах приложение «Открытый город» скачивается бесплатно. Регистрация стандартная по номеру телефона и коду подтверждения. Личные данные стоит заполнить. Например, отметив, что вы житель Калининского района, будете получать пуш-уведомления о голосованиях, касающихся именно вашего района. Это способ отсечь лишний спам и распределить опросники по разным социальным и возрастным группам. Нам важно мнение горожан. Но мнение горожан, оно должно до нас доходить всех целевых аудиторий. Это могут быть и дети, это для нас важно. Мнение детей, которые будут жить в этом городе, и они совершенно по-другому смотрят на наш город. Это мнение молодежи, которая постоянно путешествует, приезжает и говорит, почему везде есть, у нас нет. Например, плоскостного фонтана. У пожилых людей, у маломобильных категорий, у них свои просьбы. И вот этот портал нам даст возможность при принятии решения знать, правильное оно или нет. В тестовом режиме портал работает месяц. Пользователей набралось 2500. Голосования открываются по одному в неделю. Сейчас можно высказать свое мнение насчет платных парковок. За ответы, кстати, начисляют баллы. Те, кто наберет по 500 баллов, он уже имеет возможность получить футболку с логотипом «Решаем вместе» и «Открытый город», рюкзачок, кружки, ну и так далее, сувенирная продукция, которая также будет презентована в рамках портала. Помимо мобильной версии, есть и компьютерная. Принципы те же – решать вместе. Для этого и создан проект «Открытый город». Кстати, встречи власти с горожанами лицом к лицу тоже будут продолжаться. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.